суток, дорогие зрители, подписчики и гости канала. Продолжаем работы над нашим индейцем Чинуком. Но прежде чем приступить к дальнейшей стройке, хотелось бы мне немножко еще раз обратить ваше внимание на группу ВКонтакте. Называется «Квартирник моделиста». Ссылочка будет в описании. Почему хочу обратить внимание на эту группу? Потому что, во-первых, сам состою там. Можете там наблюдать в обсуждениях под моей именем, фамилией какие-то отдельные нюансы, которые не войдут в видео по постройкам. Я там делаю подробные фотоотчеты. Вот. И также вы можете в ней найти адекватную поддержку опытных моделистов, найти какую-то информацию в виде фотографий или каких-то исторических данных. В общем, всем советую вступить в нее. Очень приятный коллектив. Реальный квартирник. Ну что ж, продолжим заниматься нашим вертолетом. Еще особо не занимался заделыванием шва. Ну так, чуть-чуть его прошкурил вот здесь вот, чтобы убрать ступеньку. Вот. Займемся, как вы помните, я хотел сделать имитацию различных вот тут турбопроводов, каких-то шлангов, проводов и всякое такое вот тут на этих вот частях. Но сперва надо, я посмотрел фотографии, немного нарастить вот эти вот шпангоуты усиления корпуса. Потому что, во-первых, здесь вот такая пластина идет, усиление. Ну и сами они немного мелковаты. Сперва сделаем здесь, посмотрим. Если понадобится, то и здесь нарастим. И уж тогда будем думать, стоит ли обшивку делать или нет. Но сперва вот этим отсеком в первую очередь займемся. Для этого, чтобы нам это все сделать, понадобится мне пластик. Я использую пластик от Доширака, всем известного. Модельного пластика пока, к сожалению, нету. Но подумаю о покупке его. Вот у меня такие вот обрезочки есть. Сейчас, наверное, из них и сделаем эти шпангоуты, чтобы не тратить целый лист. Если не получится из него, то попробуем из более толстого пластика. У меня тоже есть такой пластик. Белый, синий. Наверное, больно толстый получается. Да, довольно толстый. В общем, будем делать, наверное, из доширака. Тот пластик это у меня из... ведро пластиковое разрезал. Тоже, в принципе, клеится нормально. Более плотный, правда. Ну что ж, сперва сделаем шпангоуты. Так, для этого нам надо, во-первых, свериться с фотографией, где и что их поднимать. И, во-вторых, нужно
прикинуть, на какую высоту. Посмотрел фотографию, в общем, получается, вот это вот ребро нам нужно сейчас удалить, потому что оно лишнее. Получается, вот здесь еще оно есть, а вот тут вот и вот в этих местах нету уже. Буду убирать ее стамесочкой. Аккуратненько. Ну и что тебе надо от меня? Ну вот, вторую тоже я убрал. Теперь я измерю, наверное, какая должна быть высота, чтобы это делать не на глаз, как говорится. И будем делать шаблоны под наши шпангоуты. На секундочку прервусь. В общем, попробовал я сделать шаблоны, чтобы вырезать из доширака шпангоуты. Что-то не очень получается. Поэтому немножко мы переиграем. Возьму я более плотный пластик. Более толстый. И он как раз по толщине, в принципе, подходит нам для того, чтобы сделать их. И сейчас нарежу полосочки. Ну, если какие-то кусочки не хватит, еще возьму. Вот. И будем уже их выгибать и приклеивать по месту.
как это нам нужно. Вот. Попробуем сделать так. Что из этого получится, потом посмотрим. Вот. Разлиновал я кусочек. Сейчас будем отрезать. Тут самое главное плотно прижать. Вот. В принципе, как раз то, что и нужно. Немножко, конечно, по толщине будет меньше, но сравнительно нам это увеличит наш шпангоут, утолстит его. Так. Ну что ж, возьмем оплаточку из-под таблеток. Чтобы дозировать нам суперклей, буду, наверное, на супержидкий. Ну, на секунды, не на гель. Будем надеяться, что получится ровно с первой попытки. Так. А еще нам нужна будет зубочистка. Чтобы наносить клей, мы ее немножко заточим. Ну что ж, покажу я на примере первого, остальные сам сделаю. Вот такой вот тут получается шпангоут. Остальные я сделаю уже сам без камеры. Итак, вне камеры собрал я. Ну, точнее, не собрал, а приклеил все элементы конструкции. Насколько видно, не знаю. То есть вот шпангоуты немного увеличил в толщину.
толщине. Ну и сделал такие, по-моему, швеллеры называются. В общем, вот эти с дырочками, такие пластины. Теперь надо в первую очередь создать всевозможные коробочки там с приборами, которые там непосредственно шли. Вот. И затем вокруг них там уже делать все остальное, то есть вот эти провода, какие-то там шланги. Чем мы, собственно, и займемся дальше. Не знаю, показывать ли это на камеру. Посмотрим. Ну вот, все-таки я решил не снимать подробно, как я что тут приклеиваю. Ну и еще посмотрел по хронометражу, уже, в принципе, довольно много получается. Я ролики, как вы поняли, снимаю в пределах 15-20 минут. Вот. Это обусловлено тем, что у меня интернет не очень быстрый, да и вам не очень нудно. В общем, вот что у меня на данный момент получается. Добавил я тут ящичек там с приборами такой. И несколько коробочек. Несколько труб, потом какой-то там, не знаю, то ли система подкачки гидравлики, то ли еще что-то, в общем, какой-то цилиндрик вот тут, вот тут, вот этот. Вот. И от штока в общем, гидравлический привод опускания створки. С ним небольшая такая проблема. Трампетер их немножко неправильно дал. Они должны быть под углом. Вот эти вот штуки. Что на одной, что на другой стороне. Но если их под углом делать, то створка аппарели, ну, не встает так, как она тут должна быть в этом наборе. Ее надо наращивать для правдоподобности. Но я этого делать не буду, поэтому сделал их вертикальными. Как они тут и предполагаются самим набором. Дальнейшую сборку внутренностей я снимать, наверное, не буду. Начну следующую серию уже с того, что покажу результаты. Что у меня получилось тут по проводке, тут по всяким этим приборам. Ну, в общем, что здесь вот в этих нишах должно стоять. Вот. И потом будет самая главная задача как-то умудриться проработать потолок вот этого отсека, потому что вот здесь вот должны быть с одной стороны швеллер с дырками, с другой просто плита, здесь отсек еще с одними проводами там и еще с какими-то шлангами. Здесь все закрыто, здесь закрыто, и тут вот эта вот часть закрыта. То есть надо будет как-то придумать это, чтобы, ну, изобразить. Потому что если это
как бы говорится, склеить и потом это все делать, будет очень сложновато красить потолочную часть. Поэтому лучше заранее это смастерить каким-то образом, и чтобы прокрасить, и потом это все состыковалось. То есть такая вот задача будет у меня. Но я думаю, лучше следующую серию показать уже все готовое и непосредственно перейти к покраске внутренности и установке уже пола, кабины, ну и состыковать уж наконец-то фюзеляж. Вот так вот. Поэтому, ввиду того, что это довольно сложные процессы и заснять их тяжеловато в прямом, как бы, эфире, закончим эту серию. Надеюсь, вас не разочаровал и наоборот подогрел интерес. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну, подписывайтесь на канал, чтобы узнать о продолжении, если вы еще не подписались. Всем спасибо за внимание. Всем пока.